Продолжается осенне-зимний пожароопасный период. С начала 2014 года зарегистрировано достаточно большое увеличение количества пожаров на территории нашего района. Если в 2013 году произошло на этот период времени всего 2 пожара, то в 2014 году зарегистрировано уже 9 пожаров. При пожарах погиб 1 человек, 1 человек травмирован. Причины пожаров, как всегда, банальны. Это и неисправность печного отопления, неисправность электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, в том числе и при курении. За последние 5 лет в нашем районе зарегистрировано 16 пожаров по вине детей. На профессиональном языке эта причина называется детская шалость с огнем. Поэтому хочу обратиться к родителям. Данную работу по обучению детей правилам пожарной безопасности нужно проводить с малолетнего возраста. Сами родители должны подавать пример, как нужно соблюдать требования пожарной безопасности. Ну и чтобы избежать нам трагедии, количества пожаров, гибели людей на пожарах, травмирования, призываем всех соблюдать требования пожарной безопасности, внимательно относиться к своему печному отоплению, вовремя ремонтировать трещины в печах, иметь притопочные листы перед дверкой у печей, следить внимательно за дымоходами. Также просим не перегружать электрические сети большим количеством электрообогревательных приборов, так как мороз еще у нас до конца марта, в общем-то, такая погода будет достаточно холодная. Просим также соблюдать режим курения.